В Ульяновске избрали нового председателя военно-исторического общества, объединение «Важный общественный институт». Под его контролем организация многочисленных фестивалей, реконструкций, митингов. Неоценимый вклад в сохранение исторической памяти народа неоднократно отмечал губернатор Сергей Морозов. По его мнению, обществу есть еще над чем работать. Поэтому собрание, посвященное избранию нового председателя, губернатор решил посетить лично. Почти дословно, что называется, могу процитировать недавний спич одного молодого молодежного лидера города Ульяновска. Я не буду говорить, кто это. Я УПИ скажу. Который в большой, очень уважаемой и взрослой аудитории, ну, достаточно серьезно, может где-то кто-то говорит мне игриво, заметил, а что он вообще не знает истории России. Не знает ни одной даты. Ни одного события. И это, мол, ничуть ему не мешает быть успешным и активным. Такое отношение к истории ведет к неуважению страны, своих отцов и пращуров, считает губернатор. И тем важнее и ценнее работа, которой занимается Российское военно-историческое общество. Сергей Морозов призвал ответственно подойти к избранию нового лидера. Собравшиеся единодушно поддержали кандидатуру Игоря Петрищева, ректора педагогического университета. Я бы сказал, что это почетное звание, вот, поскольку восстанавливать правду, продвигать правду, уничтожать, я бы даже так сказал, исторические фальсификации побед нашего народа, это почетная задача, с которой мы с коллегами будем, я уверен, будем справляться. Общество развивает военно-исторический туризм, организует поисковые кампании, ведет архивную работу. Задач много и работа предстоит большая. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.